По инициативе епископа Орского и Гайского Иринея состоялся первый епархиальный чемпионат по мини-футболу среди команд воскресных школ епархии. Проходил он в спортивном зале Орского гуманитарно-технологического института в рамках долгосрочного договора о сотрудничестве между этим учебным заведением и епархией. Спортивный праздник собрал порядка 200 человек – мальчишек и девчонок, их родителей, преподавателей, священнослужителей. Сегодня, спустя год с начала служения на Орской кафедре епископа Иринея, невозможно не ощутить добрых перемен в жизни православных людей, в том числе юных душ. Имея большой опыт работы с детьми и молодежью, владыка огромное внимание уделяет тем, кто только начинает свой жизненный путь. Большой общественный резонанс в Восточном Оренбурге вызвали массовые мероприятия, организованные лично его преосвященством. В них были задействованы от 200 до 700 человек, детей и взрослых. Это такие проекты, как объединенный заключительный урок в конце учебного года для воскресной школы епархии в форме КВН «Викторины по Новому Завету», урок «Игра на природе. Борьба со страстями», объединенный урок в игровой форме «Город мастеров» в начале учебного года. И вот очередной праздник для детворы, направленный на воспитание здорового образа жизни и духовного развития подрастающего поколения. Чемпионат епархии по мини-футболу. И все это впервые. На состязание прибыли 12 команд со всех концов многокилометровой территории епархии. Из Ясного, Светлого, Куванды, Каменногорска, Гая, Новотроицка, Хабарного, Орска. По окончании молебна на начало доброго дела звучит приветственное слово епископа Иринея. Все хотят стать победителями, но победитель будет один. А побежденных ни в коем случае нельзя будет доводить до того, чтобы их уносили с поля. Пожалейте друг друга. Помните, против вас выступают такие же люди, верующие люди, которые любят вас, готовы подать руку помощи, если, не дай Бог, что случится. Затем подъем флага Российской Федерации, государственный гимн, представление команд и начало игры. В такой командной игре, как футбол, успех определяется умением действовать сообща, помогать друг другу. Поэтому футбол, если он не превращается только в азартное желание победить, становится площадкой для воспитания очень нужного в жизни качества – умение действовать в группе, доверять другим людям и отвечать за всех, кто оказался рядом. В игре участвуют и священнослужители. Они играют за команду самых юных спортсменов, младшему из которых всего 6 лет. Победителем становится ясненская команда «Асбест». На втором месте – олимпийский резерв из Светлого. И бронза достается кувандыкским пацанам. А лучший игрок получает в подарок денежную премию из личных средств владыки Иринея. Но самое главное – это не призы, а знакомство ребят из разных городов, неформальное общение. Все это, безусловно, послужит их объединению и принесет добрые плоды.